Всем привет, с вами Ранор, прекраснейшего вам настроения. Со мной сегодня Илья. Меня еще интро... всем привет. Да, а где ты кусты нашел? Да, мы тут ночью немножко пошарахались. Да, немножко, нашли два гейзера, и где-то кусты были. Кстати, там возле домика я тебе покажу это... Так, это наши лошадки, значит, кусты в той стороне. Мы нашли кучу всякой разной штуки. Именно, как видите, гематит даже нашли. Это означает, что где-то находится и магнетит, где-то находятся жилы железа. Да-да, говори. Мы же, по сути, еще не можем их добывать, так ведь? Ну, смысла нет. Пока... Я их пока просто это попрячу. Вот. Чтобы все, я собрал кусты. Собрал кусты. Высаживай их рядом с домиком. Да, просто. Ну иди сюда. Ну вот это просто красиво. Что? Иди ко мне. Где? Ну, возле вижу, ты. Вижу. Так, мне что-то скоро пить надо будет уже. Пик? Пить. Пить. Смотри, ну это просто красиво. Огнём? А только пни меня туда. Гейзер. Ну да, гейзер это гейзер. Да, ладно, пойдем. Если мы туда плюхнемся, мы оттуда не вылезем. Оп, мне показалось. Так, ну у меня уже есть. Собирай, я пойду... Тогда раз... О, еще. Золото. Золото? Где? Ладно, помечай так. Отойди. Да, я... Вот. Ну, отойди. Все, я пометил. Так, что у нас? Мы еще нашли глину, еще голд. Так, а что у меня? Где мои мужики? Так, это получается, что мы скоро сможем первый сплав сделать, да? Да, можем. Да поскорее бы, потому что как я посмотрел крафт вот этой пилы, а пила это просто самоубийство полнейшее. Кстати, я нашел уже глину. На той стороне. Да. Я начинаю выкапывать. А, выкапывай, я тогда пособираю немного этих... На той стороне врага? Да, короче говоря, нашли мы глину еще. Как-то мне пока не особо везет, правда. Ой, я сбил крафт, не прометил. Значит, это вот так. И вот так. Все, у меня есть лопата. Там. Так, у меня просто... есть уже немножко глины. Да, и просто мы копаем, да? Да, просто копаем, выкапываем. Только она, знаешь, шанс есть, потому что самые шансы. Да, то есть может вообще ни одного кусочка, а может 4 кусочка выкапать. А сколько нам вообще надо глины? Много. Я ответил на твой вопрос? Да. Глина тут всему голова. Так, а напомни-ка... А, все, нашел, я просто кнопочку отдаления камеры сделал. Да, на Z у меня на стоит. На C. А у тебя на C? Ну да. А, я уже слоунес, я как раз таки... мне нужно, короче говоря, пить. Иди попей. Ну, я сразу попутно, наверное... Я понял, что какую надо выкапывать. А, нет, все-таки нет, рандомно. Да, она рандомная весьма, на самом деле. То есть... Иду пить, и как раз там начну уже крафтить формочку для кувшина. Чтобы эта формочка возле кувшина, возле нашего дома будет стоять, и мы будем подходить и пить, да? Можно таким образом поступать, а можно... так, кажется, я... Кажется, я сфейлил только что формочку для кувшина. Бывает. Да. Вот таким образом. Вот. И пимпочку здесь. Так, один кувшин готов. Форма. Ты же просто крафты, ты все знаешь. Я потом, наверное, если не сильно сленюсь, я вырежу в Википедию крафты и всуну их. Или просто ставлю ссылочку на Википедию. Так, я, значит, делаю пару первых кувшинов и пару первых кувшинов для хранения пока сразу так, делаю. Покажи, как ты их делаешь сейчас. Значит, кувшин для хранения просто по краям делаем по одному камушку. По одной этой убираем. По краям? Да. Где дом? Где дом? Я дом потерял. Это может сгинуть. Я потерялась. Так, нужно переназначить плейпоинты. Сейчас, секундочку. А, все, вижу, глиняный сосок. И сколько на меня таких делать надо? Сделай 4 штуки. Так, и туда набираем воду, и туда потом кладем еду, да?
Так, а спаун edit. А эта штучка ставится, получается, да? Да, можно через shift поставить. Так. Все, я нашел спаун где. Вот он, как ей брать. Я просто думаю, что лучше всего, наверное, начать нам. А если не секрет, как воду-то ей брать? А шли, пока он еще не готов. Его еще надо обжечь. Да, надо обжечь. В костре, но обжечь. Да, обжечь надо его сначала. Так, у меня метка. Да. Слушайте, ребят, вот мне... Нужно мост, короче, ставить. Да. Только это ходить неудобно. Надо мост. И просто... Нет. Вот, кстати, ты обошел дерево. Где дерево? Я его потерял опять. Вот, я сзади. Сзади. Стоп, Native Cooper. Раз, Native Cooper 2. Отлично. У тебя на карте не висит моя голова? Висит, ну подожди, сейчас я помечу Native Cooper, где я нашел, в двух местах. Секунду. Так, карта, голова, все, вижу голову. О! Это срубать нельзя? Значит, я вот пока думаю, что стоит срубить вот эти штуки. Это нам дает шанс... Опа, саженец. Что это, кстати, скажи мне, пожалуйста. Саженец персика. Персика, отлично. И вот еще один. Еще один я собрать не могу, собери там, где, прям на меня встань. Или ты собрал уже его? У тебя два саженца персика? Один. Нет, два. Два, отлично. Тогда пойдем к нашим домам. Да, и втыкай их прямо рядом с нашим домом где-нибудь. Да, ну вообще, слушай, место для дома мне нравится. Ну, конечно, я знаю, что мы переедем потом отсюда. Конечно. Это вот сейчас чисто первоначальное наше. Да, так. Сколько этот персик будет расти? Ну, как, увидишь. Мы как раз это все и увидим. Да. Кстати, эти кусты можно ставить один на один. Не знаю. Ну, именно эти кусты, которые... Не знаю, мне чисто эстетически. Это блэкберис, да, это ежевика. Да. Чисто эстетически ставь их один на один, чтобы ты потом об них же не кололся. Чтобы ты понимал, что они это колючие. Так. Значит, смотри, через shift иди выставляй свои накрафченные горшки в другую ямку. Есть? Сейчас. Жди к тем... чисто одному интересно. А, кстати, надо еще золото. О, отлично. Все. Теперь закладывай соломы, просто соломой и правой кликом туда ее. Тык-тык-тык-тык-тык, она как раз 8 соломы закидается. В смысле, за... Правым кликом прям нажимай. Yeah. Так, нужно... просто. И до верха, да? Да. Все. Есть. Мне нужно... До конца, по-моему. И теперь правым кликом поленом туда. Нужно 8 дерева, сейчас я как раз насобираю. У меня есть. И правым. Поверху, да? Все. Сейчас я тоже приволоку дерево. Может, тебя сам запрет? Да простит меня Дугласфир. И прям правым кликом, не боясь, да, можно вот так вот прям. Все. Теперь я это дело все зажигаю. И у меня зажигает. А у тебя не получилось. Как это всегда крафтится? Да, наискось две палочки ставишь. Получилось огниво, да? Вот. Все, теперь ждем, пока это все обожжется. И пока все доделаем, все-таки попить придется здесь. Я пока почищу, кстати говоря, мясо. Для этого нужно просто подгнившее мясо положить в слот инвентаря вместе с ножиком. Забыл сказать, скоро ночь. Ну, ничего страшного. Да, не совсем. Самое ужасное, что у нас нет овец. В смысле, шерсть? Мы сверну, мы сегодня ничего не сделаем. Ну, шерсть мы сможем собрать. Ну да, шерсть мы соберем, а из-за того, что у нас нету планок, мы ничего не сделаем. Все мы сделаем. У нас планок-то еще нет. У нас уже есть 7 купера и как минимум одно золото. Это уже как минимум... это ерунда пока. Вообще, конечно, неплохо бы найти сфалерит, но где-то тут его видел кусочки. Блин, нужно будет найти. Вот, кусочек сфалерита, это чтобы получилось как минимум бронза, самая первичная. Это ты заложил, да? Что? Крафт копья. Куда? Ну помнишь, я тебе крафт копья рисовал? Я вижу, что ты закинул там было. Ну, оказывается, тоже добавил.
ведро, ничего. Так, нужно попить. Так, что у нас там? Фрукты поедим. Да, кстати, для тех, кто не в курсе, если вот нажать на ползунок с питанием, да, то видим, что у нас различные типы питания, чтобы наше здоровье было... Вот, да, вижу, фрукты, овощи. Да, и у нас, по идее, фрукты, овощи, да, да. Значит, ночью появился зомби, с него выпала гнилая картошка, мы ее поделили пополам. Опять же, кто не в курсе, делится пополам целая еда, да, просто если поставить это вместе с ножиком, опять же, и вот пополам, как видите, 79-83, вместе разделилось, соединять воедино, опять же, положить в инвентарь уже просто еду и все. Так, ну, что, наступает ночь, а вот еды у нас... Еда-то у меня еще есть. Ну, в смысле, еды-то у нас есть, а вот кровати, чтобы ее пропустить, совсем нету. Ну да. Ну, что, я предлагаю залезть и встретиться в начале серии, да? И уже продолжить серию нашу с того места, где мы будем, что называется, с едой. Давайте это чисто пропустим тогда сегодня. Ну, в смысле, не серию, да, а просто поставим запись на паузу. Да, хорошо. И ночью, называется, протусуемся. Так. Да, было очень мудро, но на зомби нападали что, так сильно. Берем по кувшинчику, наверное, питьевому сначала. И вот, наконец-таки, берем... правой кнопкой мышки можно было взять. А ты взял сразу все, да? Так. А кувшинчик именно тот, который нужен, ты не взял. Вот этот маленький вот, такой, с пимпочкой, питьевой. Пимпочка, вот. Да? Пимпочка, вот. У меня все тут. Вот здесь он, правой кнопкой, через Shift, не просто правой кнопкой мышки с пустой рукой. Хорошо. Есть. Отлично. О, это кайф. Да, то есть, конечно, он имеет шанс сломаться, но сейчас у нас длины достаточно. Я предлагаю вот здесь у нас где-нибудь сделать погреб потом. Как-нибудь. Иди-ка, фигнюльку сломаю. А ее, опять же, можно правой кнопкой мышки, если не ошибаюсь. Думаю, разница какова. Так, и вот эти кувшины, да, они являются хранилищем, на самом деле, для еды. В них еда хранится гораздо дольше. А, значит, просто мы в нее еду кладем и потом убираем на пол, да? Да, и потом это можно просто положить, это как инвентарь, можно ее где-нибудь заложить. Нам везет, на самом деле, что у нас немножко здесь... Давай, запускаем, здесь еда будет в углу. Ага, было вообще замечательно, если я себе еще еды взял. А, что здесь делает бревно? Я попросил чай. О, слушай, ну вообще клево смотрится. А что, один пустой? А нет, один с едой. Да, один у меня с едой, кажется. Вот, а, еще два. Кусок мяса зацепил себе. Слушай, это хороший сундук, а? Да, это такой вот сундук первичный получается, который еще, в котором еда еще более медленно, что называется, портится. Значит, еще кусочек, нам можно гнилую плоть туда закинуть. Это еда! Гнилую плоть выкинуть, она этот не естся вообще никак. Так, ну я предлагаю сделать еще по паре кувшинов чисто для питья, чтобы было не один собой, а несколько. Так. Да. Только давай сделаем еще пару, чтобы туда просто вещи сложить. Да, и пару для вещей. Так, хорошо. Так, значит, для питья. Они легко очень крафтятся. Для питья ты помнишь, как делать, да? А. Нет? А, нет, а как? О, для питья это целая, опять же, жесть. Ну что, приступим к уроку лопаты? Да, так, я здесь. Так, сядь, секунду. Я делаю лопату. Для начала. У меня есть, конечно, одно предположение, как оно крафтится. Оно крафтится, да, вообще жестко. Значит, так, я лопату. Я сейчас еще накрафчу кувшинчиков. Сейчас, можно еще кувшинчиков? Вообще, да. Прикольно. Значит, так, крафт этой штуки происходит следующим образом. Так, сейчас нужно самому не запутаться. Да, учитель. Сейчас. Вот. Сейчас я тут доделаю.
Вот такая вот фигня, короче, должна получиться. Так, значит, надо крекать. Сейчас я, наверное, сделаю, чтобы было понятнее. Пожертвую доски на это дело. Да не надо я. Бревна, вернее, пожертвую. Ну, надо учебный стол создать. Чтобы было понятно, где низ, где верх. Ты понял, да? Получилось у тебя? Она не... херня такая. Нет! Нет? А, у меня глина кончилась. А, у тебя глина кончилась. Сколько у тебя глины? 3. Вот. И вот еще. Для крафта вообще любой штуки нужно ровно 5 глины. Много. Ладно. Их там 8. Заготовим. Так. Больше кувшинов не делай. Я уже, получается, на нас заготовил. Дай еще один. Че, опять запорол? Потому что я, блин, я думал, что вот это ты оградил, получается, это что внутри надо, а я ограждал, что он не внутри. Вот, забирай глину. Учитель. Так, значит, вот эту фигню бревна этой мы не трогаем, только что там. Да. В которой дырки. Получается такая вот горлышко такое. Дай мне еще глины. Я тебе покупаю. Так, я на всякий случай оставлю 5, чтобы самому, если что, скрафтить. Лепедя, иди сюда. Не получится за глину. Так, это так, это... Так, вот так, вот так. А что у нас там ниже? Так. Ну, я в тебя верю. Какой? Короче, заглебался, я допал 6. Так смотри, еще раз, 3 на 4, да? Это типа вот это вот кусок, да? Ты видишь меня, да? Mm-hmm. Или у тебя инвентарь и крафт открыт? Так, глины еще дай. У меня 5 глины. Может, я сам сделаю? Давай ты сам сделаешь. Так, смотри, может быть, ты все-таки научишь. Смотри, вот есть один способ, как я все-таки сам в свое время запомнил. Значит, смотри, 3 на 4, да? Это сам сосуд. Понял, да? Mm-hmm. Вот это его горлышко. Эта вот штука. Я-то помнил, я просто не увидел. А потом сразу сверху, вот раз, два, три, это ручка. Понял? Да, понимаешь, прикол. Где ты? Я тебе дам глины, ты. Я за глины побежал. Понимаешь, прикол в том, что просто я не увидел, потому что вот не увидел. У нас у меня, знаешь, прям шахта по копанию глины. Вот шахта по копанию глины, это хорошо. Я вот сейчас смущаюсь, и по тому количеству вот... Да, сделал! Сделал? Ну иди, да, закладывай его. Я запомнил, как это делается. Так, ну что, первым делаем что, пилу? Как думаешь? А мы можем его делать уже? Да, у нас есть некоторое количество металла. Все, сделай это. У нас есть 2 кувшинчика. Отлично. Будем с тобой это отмечать. Иди, закладывай свой. Так, пить на работе нельзя, ну ладно. А я не пью. Ну, вот пить, правда, это плохо. Я астматик, курить нельзя. Да, я не курю. На самом деле. Надо. Почти. А что это, по-вашему, было между сиренью? Ладно. Не будем тайны выговаривать. Так. Так. Что там у нас получилось? Так, еще раз сделаем. Да, нет, не сделал. Опс, куда это меня занесло? В смысле, в рай отправил? А, так, все нашел. Что вот соломки еще надо, нам надо брать. Сейчас я вырезаю кусочки. Упс, что это было? А, я об колючки. А, это еще не ты думал. Я, знаешь, думал, ой, ты там стоишь, а оказывается, знаешь, это... Не закладывай! Блин, ну тут уже еще 2 слота осталось.
Пойду, да, добуду еще. Я просто, знаешь, думаю, ой, ты там что-то занят, можешь салон собирать, знаешь, я смотрю, потом, ой, это ж мне карта подписана. Так, ага. У нас там ночь. А знаешь, я придумал, как можно таймер делать. Смотри, ночь это 15 минут. Так, подожди, я ставлю запись. Так, извините, тут были некоторые технические неполадки. Итак, делаем пилу. Одну сделаю я. А другую я? Вот. Вообще, говорите так, все просто на самом деле. Убираем, значит, по 4 с боков, да? Я вообще, кстати, у меня где-то на планшете. Давайте. Да, я вижу крафт. Смотри, она получается... 4 сверху с одного, 4 снизу. Короче, там лежит крафт. Вот, да, на самом деле крафт достаточно легкий. Главное запомнить, что мы убираем сначала по квадратику такому. Угу. Вот, потом в центре делаем вот, вот так вот сначала, а потом вот так вот повторяем. Это получается, мы знаешь, получается, что мы делаем? Мы с тобой делаем, куда будем класть бронзу и так далее. Да, но вторую пилу нам делать не надо. Так, у нас зомби. У нас зомби. Петрович. Петрович. Так, ладно, я сделал тогда, наверное, еще топор, пару кувшинов. Чего? Пару кувшинов для питья просто, пускай еще будут. Топорик — это божественная вещь. Маленький зомби, кажется. Я сейчас занят. О, я знаю, что надо делать. Надо оградить домик вот этими кустами, а не сорвать. Вместо кактусов типа их использовать? Да, страшная вещь. Так, прикрой меня, мне там... Я не могу, я занят. Я занят. Так. Зомби. Так, все. Зомби. А, отстань от меня. Я топор сделаю сейчас просто. Ой, маленький зомби, нет. Я не поджег. Я еще не поджег ничего. Гад. Так, ладно. Так. Где ты? Где ты, гад? Где ты, мелкий гад? Куда ты смотался? А, зараза. Так, я сейчас себе делаю. Топоры вообще, топоры мощные. Атаку! Ты не видишь, что за мной бегает? На тапочек. Так, у меня не хватает... Чуть-чуть не хватает. Отойди! Мелочь пузатая. Я хотел поджечь их. А, может, наверх валим? Ой, я тебя там треснул. Меня просто мелкий догоняет, зараза. Залазь! Нет, я его сначала добью. Есть. А дерево ли? Нет, мне нужно еще 4 дерева. Тебе дать? Давай, скидывай. Главное, чтобы их зомби не забрали. Отлично. А теперь шоу. Огненная. Да, нет. У меня не получилось. Давайте, пацаны, все на меня. Вкусные. У тебя кончились инструменты? Ребят, как ребят. Меня... Ребят, давайте оба через... Я придумал хорошую песню. Так, у меня сейчас будет огненное шоу. Все, теперь зомби гоняем по этим. Мне нужно, чтобы зомби пробегали по этим, как его, по огню, и все будет хорошо у них. Смотри. Только ты сам по огню не бегай-то. Ай-яй-яй, меня тоже подожгли. Готов. Заразы. Ты все? Так, ребят. Иди наверх, я их победу. Все. Нет. Я настырный. У меня там хп на один удар на самом деле. Залазь на нее. Ну мне жалко просто, понимаешь? Залазь давай. Так, ладно, жрать. Ребят, мне кажется, что у нас так многовато. Так, я готов. Почти. Да что ж ты будешь делать, да? Слушай, у меня тут проблема небольшая. Какая? А посмотри. Слишком много зомби? А, ты посмотри в окошко, я напротив стою.
Просто... Ой, жесть. Ладно, наверное, на этой веселой ноте мы закончим серию. Давай, заканчивай. С вами были Илья. Да, я был, конечно. И Рэй. Нет, а, Рэй. Ной. Всем пока. Пока-пока. Счастья вашему дому, до следующих серий.